Сила бойца ММА против кроссфита. Я Бутенко Александр, профессиональный боец ММА. На данный момент я представляю клуб «Мати Тим». Меня зовут Хренников Роман. Я представляю клуб «Север Кроссфит». Занимаюсь кроссфитом год. Интересно, да, вся эта движуха. Я очень люблю потягаться с такими парнями. Конечно, будет с ним соперничать очень тяжело, но мне это очень интересно. Постараюсь выложиться на все и посмотрим, что получится. Было бы обидно проиграть ему в бою, этого бы я себе не простил, реально. А здесь проиграть его на его поле, это будет не так обидно. Александр, что я могу тебе пожелать? Главное, чтобы ты прошел этот путь без травм, эти там 7 минут или сколько у нас будет. Я постараюсь сильно тебя не выигрывать, немножко дам фору. В общем, желаю удачи тебе. Как вы знаете, в нашем проекте все очень жестко. И поэтому спортсмены знают только 3 упражнения, которые будут выполнять. И только сейчас они узнают, какие упражнения Джокера им придется выполнять 4-м и 5-м. Приседы со штангой над головой. Бёрпи плюс подтягивание. Итак, парни, теперь вы знаете все, что вас ждет на площадке. Пожмите друг другу руки. Удачи вам! Физкульт, привет, друзья! Я Павел Бадыров, и сегодня на площадке Vortex Sport Battle состоится настоящая битва чемпионов. Сможет ли профессиональный боец ММА, за плечами которого более 50 побед, одержать верх над одним из лучших представителей кроссфита России? На нашу площадку приглашается из клуба «Мати Тим» вице-чемпион М1 Челлендж Александр Бутенко! И его соперник, вице-чемпион Большого Кубка 2017 за звание самого физически подготовленного спортсмена России и СНГ. Вице-призер Афродит Геймс 2017 на Кипре Роман Хренников. Сегодня мы узнаем, что круче, ММА или кроссфит. Парни, пожмите руки друг другу. Пока улыбаетесь, но посмотрим, будете ли улыбаться в процессе. Итак, вы знаете, что вас ожидает. Участник готов? Участник готов? Зрители готовы? Итак, мы начинаем. 3, 2, 1. Погнали! Пока парни идут ноздря в ноздрю. Поддержим их. Поддержите, парни. Пока движения парням даются явно легко.
Буквально ноздря в ноздрю. Вот теперь начинается самое сложное. Сила бойца ММА против техники представителя кроссфита. Давайте, парни. Пока еще не предсказать, кто же станет победителем. Кто у нас поддерживает Александра? Я слышу вас. Давай, давай. Отлично, нокаут. Как не просто делать непривычные движения. Насколько легко получается у представителя кроссфита. Мамыч, давай, давай, давай! Поддержим Александра. Для него это сложное упражнение. Если Роман это делает регулярно, то Александр сегодня это делает, может быть, первый раз. Саня, давай. Держи, держи. Поймал равновесие. Сань, собери. Держи конструкцию, молодец. Давай, подыши, соберись. Кто у нас болеет за Романа? У него уже осталось последнее повторение. А нет, еще пять. Саша, соберись. Все. У нас определился победитель. И сегодня кроссфит показался круче. Победа кроссфита. Ну, надо сказать, очень достойно выглядел представитель ММА. В незнакомых для себя упражнениях бился до последнего. Надеюсь, вам понравилась эта заруба. Как видите, было жарко. О том, какие были пульсы этих ребят, вы видели на экранах. Я думаю, вы можете оценить, насколько им было тяжело. И если вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь в группу ВКонтакте, занимайтесь спортом и всего вам хорошего. С вами был Павел Бадыров. До новых встреч на Vortex Sport Battle. Александр, если я не ошибаюсь, большой молодец. Даже немножко интригу вначале создал. Так, в принципе, отлично. Комплекс, я вам скажу, не из самых легких, которые я делал за свою жизнь. Такие хорошие упражнения. Главное, без травм, соперник без травм. Все очень здорово. Спасибо организаторам. Крутое шоу. Очень крутой проект. Это реально интересно. Очень. У меня сегодня был очень хороший соперник. Мы знали три упражнения. Видите, у меня с ними особого проблем не было. А то, что вытянул карточку и сидя со штангой над головой,
У меня, в принципе, от борьбы вообще руки не загибаются, поэтому мне было очень сложно. Постоянно штанга тянула вперед. Ну, честно скажу, это упражнение я делал первый раз. Вот. Ну, сопернику надо отдать должности. Он просто на технике меня обыграл и все. Круто очень, мне очень понравилось.